Enjoy! Hey, всем привет, меня зовут Аня, это моя работа на конкурс от Купи ребенку ТВ. И давайте начнем. Йоу! Йоу! Яркие боты, пестрый костюм, прическа отпад, на груди скорпион. 13 желаний исполнит она добротой и умом. Джиджи полна, живет она в лампе золотой, красивой. Но девять живет со стороной нелюбимой. Бывают Джиджи, конечно, неудачи. Но во многих фильмах есть хэппи-энд. И этот мультфильм не вышел иначе. Смотрите сами и поймете сюжет. Когда желания кончаются у монстров, Джиджи прощается, но не навсегда. Хоть лампа теряется, но позже находится. Путь Джиджи продолжается снова тогда. Ну вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки, голосуйте за меня. Всем удачи и пока!